Ну что, а вот и первый неприятный сюрприз. Можно сказать, что маленькая пристройка, но она и мало шансов было у нее выжить. Она эту зиму не пережила. Вот вид на крышу маленькой пристройки сейчас, 21 января. По сути дела, из 5 балок, 1, 2, 3, 4, 5, 4 балки сломалось. Скорее всего, я их подниму, скорее всего, их подопру. Но смысл в том, что их подпереть, наверное, надо было раньше, чтобы вот этого всего мараза не было. Балки сломались, а крыша не порвалась. Боюсь, что когда я буду выравнивать, я их порву. Ну, попробуем как-то спасти эту ситуацию. Подпереть у нас есть чем. Подпереть завтра, скорее всего, подопрем, потому что сегодня уже дело втемнеет. Где взять подпорки, я не особо даже знаю. У меня есть доски. Их надо порезать, покрошить, пострашить и подпереть это все. Но смысл в том, что оно все вот даже на ощупь замерзло. Там кусок льда, скорее всего, в этой теплице. И как его подпереть, поднять, я даже особо не представляю. В общем, вот такая вот композиция. Дети подземелья. Вода растаяла, лед замерз. Если видеть край, то видно край, что здесь вот есть край между снегом и льдом. Пленка выдержала. Кошмар. Кошмар, но оно есть. Как-то надо будет решать эту проблему. Будем решать. Вот такие получаются у нас пироги в маленькой теплице, которая не выдержала зимних напряжений и сломалась. То есть подопри ее предварительно чем-то снизу. Ну, мы и не ставили целью, что она переживет. То есть сказать, что я так сильно переживаю по этому поводу. Переживаю, но не смертельно. Ладно, будем думать.